Вячеслав Битара вручил юбилейные медали 75 лет победы в Великой Отечественной войне. Первые памятные награды получили участники Великой Отечественной войны. Хизир Гулуев, Василий Каратаев, Валентин Майоров, Исрафил Макеев, Ислан Мамсуров, Александр Пагаев и Арутюн Хачикян. Вячеслав Битаров пожелал ветеранам здоровья, крепости духа и жизненной энергии, отметив, что долгожданная победа над фашизмом была достигнута благодаря всем участникам той далекой суровой войны, чье мужество, храбрость и воинская доблесть будут всегда примером для новых поколений. Памятная награда учреждена указом Владимира Путина. До 9 мая медали планируют вручить всем ветеранам Великой Отечественной войны, а также инвалидам, труженикам тыла и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей. Северной Осетии будет вручено 4700 юбилейных медалей.